осматриваем состояние обшивки фюзеляжа, чтобы не было нигде ни вмятин, ни трещин. Да, вот приемники воздушного давления. Осматриваем их. Отсек шасси. Смотрим состояние пневматиков. Пневматики — это, ну, покрышка в простонародье. Наличие сеток смотрим, чтобы все сетки были на месте. Смотрим лопатки двигателя. Кроме первой ступени, смотрим на видимую часть направляющего аппарата. Заходим, начинаем уборку моющими средствами. Мы обрабатываем кресло специальными салфетками влажными. Там у нас 45 минут, да, на большой самолет, Боя, который поменьше самолет, 35 минут. Уборка, дезинфекция. Это кухня, это передняя кухня самолета. Это печка, тут кушать греет. Вся смена наша на каждый самолет посещает. Убираем полочки под все, столики, все моем как положено. Так расписано, что больше 40 минут мы не можем убирать самолет, потому что самолет бывает садится, улетает сразу. Нужно все быстро. Смотрели снаружи, заходим в кабину, занимаемся уже внутри кабины дальнейшим обслуживанием самолета. Количество масла можем проверить здесь. В данном случае мы добавим масло. Открываем заправочную горловину, заправляем масло в двигатель. Аккуратненько, не проливая. Ну да, в принципе, все готово. Девочки убрались вот и ушли с самолета на другой самолет. Сейчас посадку вот совершил. Ну, на дисплее у нас выводится различная информация. Остаток топлива, сверяем его с журналом. Aircraft Flight Manual Log. Вот написано, что это бортовой журнал этого воздушного судна. Написана его модель, его номер. Вот здесь записан остаток топлива. Здесь находится панель заправки топливом. Вот сюда подсоединяется штуцер. Здесь управление заправкой. Выставляем нужное нам количество топлива. Потом начинаем заземлять самолет. Растягиваем трос выравнивания потенциалов и трос заземления. Берем рукав заправочный, подсоединяем к самолету. Техник дал разрешение на заправку. Топливо мы уже заправили, надо оформить заправленное топливо в журнале FML. Заправка общая на Одессу у нас 8 тонн. Сейчас этап предполетной подготовки самолета к вылету непосредственно на борту ВС. На данном этапе ребята принимают бортпитание, проверяют туалетные комнаты, аварийное освещение, работу детекторов дыма. А я вот подготавливаю конфетки для пассажиров. Я отвечаю еще за питание. Вот это называется тележки, которые облегчают нашу работу. Это первая передняя кухня. Из трех бортпроводников первый отвечает за бытовые инвентарь. Это наш мягкий инвентарь. Также пледы загружены уже на багажной полке. Вот второй номер отвечает за питание, то есть я. Вот. А третий вот Роман как раз проверяет сейчас свой спасательный жилет и отвечает за коммерческую загрузку. То есть весь багаж, почта и груз, это все на нем. У нас кроме конфеток еще водичка, чай, кофе и, к сожалению, все. Да, на короткие рейсы у нас питание не предусматривается. Может, конфетку? Самолет готов к вылету, и мы ждем встречи пассажиров. Пассажиры, посадка когда закончится, трап уберут, и мы будем выталкивать самолет.